В декабре прошлого года в Ховаксе заработала новая котельная мощностью 6,5 гигакалорий. Полностью обновлены инженерные теплосети. Устаревшие компоненты заменены на более практичные и прочные. Это стало возможным благодаря инициативе главы Тувы Владислава Ховалыга в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Благодаря правительству приобретения новых котлов, 12 декабря запустили второй котел, и в дальнейшем работала она хорошо. В этом году отопительный сезон в Чедыхольском районе прошел в штатном режиме. Были незначительные проблемы с подачей тепла в центральном отопительном пункте. Однако, как отметил начальник котельной, неполадки были оперативно устранены. Затем мы устранили эту проблему, так как приобрели теплообменник мощностью 5 гигакалорий. Где-то в ноябре месяце уже устранили, тепло начало поступать на этот очередь уже нормально. В целом за прошедшую зиму израсходовано более 10 тысяч тонн угля. Это немного больше обычного, так как морозы были очень сильными. Сегодня для успешного прохождения следующего отопительного сезона в котельной Ховаксе ведется работа по замене третьего котла. Алтынайса, Шолбан Монгуш, Айдана Сендинма, Тува 24.